Мир полон дерьма, каким путем пойдешь ты? Думай сам. Смог бы ты принять соломоновое решение? Отречение от греха лишь на мгновение заставляет думать адекватно о высшем. Быть богатым или остаться тем же нищим? Не с чем прощаться, если ничего не имеешь. Не трясешься за нее и не потеешь. Вещь приходит, уходит почти мгновенно. Купи и продай или прими внутривенно. Скала пендра проникает в любые щели, от гробовой доски до колыбели. Такого не может быть, но многие хотели бы стать. Стояли в очереди годами и неделями. Не делим ли мы шкуру неубитого медведя? Самый популярный ответ: отдею деле, где можно хапнуть, урвать, перегрызть глотку. Но они уже с дьяволом на ноге короткой, кротким и смиренным входные билеты. На панихиду братскую будут ответы. Этот мир не для аскетов, слишком материален. Здесь давно за всех решили, кто каин и кто ари. Система воспитала вандала, по головам за вандала, как искры из мангала. Иски и скандалы, кандалы капитала, попала экономика. Так себе хроника, где ничего не осталось, там кроме как проникать с ломиком сердца механизма. Так же как кто-то проник в двух шагах от коммунизма. Ну не смотри ненавистно на корыстных, ярым монополистом карма вместо хлыста. Ненасытная рука опять тянется за карманом. Брак по расчету произошел от романа с карманом. Пока откормленные небесной манной покорны, будет ли так всегда? Вопрос спорный. И я бы дернул за кордон, пусть осудят, но по всему миру идут гастроли жонглеров судеб. Слабая вера в успех найдет работу для коуча. Страхом скованным остается кричать молча. Неосознанный плен на этот страх перемен. Запертым в клетке некуда прятаться от проблем. И нем кому внемлят и глух взывают кому. Одет на свободу хомут и тихо так тянет ко дну. Сильная рука сжимает этот мир, как эспандер. В андере от меня останется скафандр. Автор завтра запер замком времени правду. И прав тот, кто понял, что мало правду. Суд оправдав за сумму, бросает вызов суне. Не в тягость узы сонным в этом безумии. В каменном лесу люди мумии, улыбка на корме, камень в трюме. Все прошито, пронумеровано в городском шуме. Иго ножей в спину, культивация бомжей. Мужают женщины вследствие женственных мужей. Жи шалаше, антагонист фуршета в душе для монополии. Полиста в области линзрения мишень. Запыханный час пик, запиханный век в миг. Лишь тихо на полках книг, что загнали мозг в тупик. На что на мост из пик или рост интриг. Доллар бесценный циник, сцена жизни цирк. За куском кусок, и вот нашивка съедена. Винтовка взведена, команда плим последует. Кто-то сетует, подстава, инсинуляция. Страх перед выбором может глубоко закраться. Ограниченность желаний, взглядов, бойся. Четыре загнутых смерть, пятиконечная, стройся. Опрометчивая толпы не сулит будущим. Не хотелось бы прийти снова к нормам суточным. А тут еще проблема день завтрашний. Щеки ищет жертву лишь только натощак. О таких вещах рассуждать здорово. Да только кто-то будет сыт, а кто-то нашинкован. Вот и вся мораль, и я готов поклясться. Нищие не овладеют капиталом Маркса. Предельно ясен ход истории, но кто знает, какую роль сыграешь ты в будущем сценарии. Говорят, лучше всего хранить молчание. Говорят, легче всего хоронить отчаянных. Но подчас время против нас, как правило, и бежит оно стремглав зверям раненым, приговаривая всех, души прикарманивая. Перед Богом все равны, смерть выравнивает. Говорят, легче всего хоронить отчаянных. Говорят, лучше всего хранить молчание.